Уважаемый зритель, будем признательны, если подпишешься на наш канал. Закончились боевые действия на Горном Карабахе. На фронте тихо. Самое время поднять белый флаг и вытащить тех, кого еще можно спасти. Вместе с группой армянских бойцов мы вытаскивали раненых и убитых с нейтральной полосы. Нам удалось спасти двух азербайджанских военных. Живых армян нам найти не удалось. Об этом сообщает Анна Ньюс. Сейчас, подожди. А мужик или нет? Пусть покурит потом, да, пусть покурит. Да. Готов? Стоп, готов? Готов. Так, на счет три. Раз. Руки убери. Да. Рука убери. Раз. Все у тебя хорошо будет, жить будешь, ногу тебе сохранить. Так. Вот. О май гад. Ничего. Терпи. Сейчас в госпитале тебе все промоют, потом поменяют, домой отправят. Понимаешь? Ты хочешь домой? Как зовут и тебя? Имя как твое? Амир. Амир? Амир это правитель, значит, все хорошо у тебя будет, Амир. Все. У всех же Амиры. На блин, госпитал, верно, батя. Да? Не волнуйся, здесь все. Тебя точно никто не тронет. Надо батя, он мне в шапку, а? Носилка принёс. Все будет хорошо. Артур Ильич сберет. Сейчас мы тебя на носилках. Айчи, я что сберем. Ну что, ты главное жив. Твоим друзьям не повезло. Совсем. Все, Амир. Ты не теряй сознание. Сейчас носилка будет, а? Не теряй сознание. Амир. Амир, все нормально, все будет хорошо. Мы тебя жизнь сохраняем. Все, тихо. Все в так. Кохолицы. Будь мужиком. Ты что, меньше теряешь, хвал?